В областном центре состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно касалось отопительного сезона. Как выяснилось, сразу в 4 районах Иркутской области не сформирован стратегический запас топлива. Речь идет о Свирске, Нижнеудинске, Подойбинском и Мамско-Чуйском районах. В настоящее время там действует режим повышенной готовности. Отопительный период на территории Иркутской области начался уже с 1 сентября в Катанском районе и с 1 октября уже на территории всей Иркутской области. По информации Министерства жилищной политики и энергетики, у нас запущена 951 котельная, подключено 3182 социальных объекта и 22789 жилых домов. По Мамско-Чуйскому району завезено 15 тысяч тонн топлива в рамках навигации и 3 тысячи тонн будет завезено по дорогам зимнего пользования в феврале месяце. По Жуинскому муниципальному образованию Подойбинского района тоже рассмотрели вопрос. Сегодня задача номер один – обеспечить завоз 1600 тонн топлива и в дальнейшем уже принимать решения по тем тарифным решениям, которые будут приняты в отношении теплоснабжающей. Наиболее сложная ситуация складывается в Нижнеудинске. Проблемы с отоплением местные власти не решали на протяжении 3 лет. По поручению главы региона Игоря Кобзева, муниципалитету выделили 5000 тонн угля из аварийно-технического запаса области.